В Чувашии начался второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 27 ноября. Сотрудники управления наркоконтроля ждут от жителей республики любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Сообщить о местонахождении наркопритонов, точек сбыта наркотиков, наркопреступлениях можно по телефону доверия 230100. Линия работает круглосуточно, анонимность гарантирована. По этому телефону можно также обратиться за помощью психолога-нарколога, который даст консультацию как наркозависимым, так и оказать поддержку тем, чьи близкие стали заложниками наркотических средств.